Хресною ходою сьогодні йдуть віряни з храму святого архистратига Михаїла, що в Білгородці під Києвом, до чоловічого монастиря в Томашівці. Прочани подолають пішки 50 кілометрів. Хода відбувається вже 18-й рік поспіль. Очолює владика Даміан з іконою Божої Матері, яку церква визнала чудотворною. Было такое общенародное решение от Бога, и Божья Матерь это все приняла, и теперь она благословляет. Видите, сначала были считанные люди, вы же помните, а теперь, пожалуйста, сколько людей, значит, это все живет в сердцах не только людей, наверное, даже на небесах. Это очень радостное событие для всех нас, потому что оно объединяет нас в молитве, когда мы молимся Пресвятой Богородице нашей о том, чтобы мир и в нашей душе не покидал, и у кого его нет, тот поселился –